В День семьи, любви и верности по традиции в Ленинске-Кузнецком прошел фестиваль семейного творчества «Ромашковый перезвон». Целый комплекс арт-площадок расположился на аллее у храма преподобного Сергия Радонежского. Для детей были организованы игры и забавы. Можно было проявить свою ловкость, смекалку, узнать много интересного. Также гости мероприятия могли поучаствовать в различных мастер-классах. Оценить и полюбоваться работами мастеров прикладного искусства, попробовать себя в творчестве и, конечно же, оставить на память не один десяток очень красивых снимков. А все благодаря оригинальным локациям и фотозонам, подготовленным специально для горожан коллективами учреждений культуры города. Также в программе выставка картин, этюдов и книг. У нас библиотур «100 дней вокруг книги». Мы постоянно путешествуем по городам нашего замечательного Кузбасса. Мы же ведь главная научная библиотека Кузбасса. Поэтому очень рады быть у вас здесь на празднике. Очень чудесная атмосфера. Торжественное празднование Дня семьи, любви и верности было организовано на площади перед храмом у скульптуры Петра и Февронии. Громкими аплодисментами встретили пары, которые нашли друг друга, обрели семейное счастье и достойно несут звание супруги. Долгожители в семейной жизни вместе 57 лет – Александр и Галина Никотины. Золотые пары – Александр и Любовь Ярошенко, Равиль и Людмила Сирозетдиновы. 50 лет разделяют друг с другом радости семейной жизни. Топазовую свадьбу 44 года вместе отметили супруги Казаковы Валерий и Людмила. 27 лет вместе Наталья и Михаил Небаевы. Серебряная пара Александр и Надежда Потаповы. Ничто не сравнится с теплом семейного очага, теплом наших детей, любовью наших детей, ради кого мы живем. Будьте опорой друг другу. Это очень важно в жизни, когда ты знаешь, что в любой момент рядом с тобой человек, на которого ты можешь опереться. Любви, здоровья всем вам, вашим близким. Будьте счастливы. Все семейные пары в этот праздник получили памятные подарки и самые теплые пожелания добра и счастья. Чтобы в семьях всегда было уважение, радость, взаимная поддержка, духовная близость, а светлые и нежные чувства к друг другу никогда не погасли. Благочинный церквей 2-го Ленинск-Кузнецкого округа, настоятель храма святого преподобного Сергия Радонежского, протоиерей Аркадий Рахов, вручил супружеским парам иконы Петра и Февронии Муромских. 8 июля зажгли свой семейный очаг Никита и Кристина Сечины. В день семьи, любви и верности молодые люди поклялись друг другу в верности и вступили в брак. Ребят связала любовь к народной музыке и пению. Праздник исторический, он по всему России. Мы давно в планах у нас было. Мы вместе как бы уже на протяжении 6 лет. И символом нашей любви и семьи решили выбрать этот день. Можно сказать, с самых первых дней мы знали уже, что будет 8 числа. Мы познакомились на вступительных экзаменах колледжа культуры, отучились там вместе, армию прошли. Сейчас поем, занимаемся народным вокалом. Играем на инструментах всех народных. Праздник просто замечательный, очень все нравится, все так по-семейному. И очень приятно, что такие праздники у нас есть, и что поздравляют семей, которые долго уже прошли вместе, и также отмечают молодых. Ярким и очень теплым подарком для всех гостей праздника стала концертная программа, которую подготовили творческие коллективы учреждений культуры Ленинска-Кузнецкого. В этот день царила особенная атмосфера. Атмосфера благодати, добра и единения. И разлилась на территории храма преподобного Сергия Радонежского чистая и хрустальная мелодия. Перед ленинск-кузнечанами выступили лучшие кузбасские православные звонари. Анна Кириллова, Павел Желтиков, Риа Ленинск.